И всем привет, ребята, с меня Транспорт Секурда, и сегодня мы будем дом строить, да-да, в кузнице. Ну, извините, у меня просто камера просто упала. Вот я и испугался, как я испугался, ну, вот она. Вот, сегодня будем в кузнице ремонт делать. Да, квартирка будем сегодня делать. Так, жители, пока мне надо ремонт сделать. Так, житель, ну, я тебя закопаю. Да, сегодня мы будем, конечно же, играть в Майнкрафт, который мы будем ремонт делать свой. Ну, короче, да. Так. Так, булыжник. Так, житель, извини, но мне надо тебя заставить. Так, ладно, давайте к строительству, так это уберем. Так, сейчас я выключу камеру. Так, я включил камеру, просто там, не знаю, что было. Так, надо этот сундук выбросить. Так, жители, там строительство, не мешайте. Так, мне надо... Так... Так... Тоже надо выкинуть. Так, мне тоже это. Так, жители. Ой, блин. Так. Так, сейчас мы будем строительство делать. Так, плита. Так, плита вот это. Сейчас мы сделаем двухэтажную кроватку. Да-да, там будет уютнее. Так. Во, как красиво! Ребят, мне нравится, конечно. Ребят, смотрите, красивый. Это двухэтажный дом. Вот этот двухэтажный. О, подождите. Ой. Не-не-нет. Так. Да ё-моё. Так, ну вот она. Так. Блин, убирайся, блин. Блин, ну ладно, мы попозже сделаем лестницу. Так, надо сейчас, блин, надо кровать сейчас сделать. Так, лес, так, лестница. Так. О, сейчас мы так, вот так. Или не так. Ну, он так сойдет. Так, чтобы такое построить. О, давай мы окошко сделаем. Так. С-с-с-ти. Так, какое же мне стекло? О, давайте желтый дадим. Так, вообще комфортно. Офигеть, просто офигенно. Так, и вот тут тоже. Так, давайте посмотрим изнутри. Жители, тут работа. Нихер. Вот, ну, давай так. Вообще красиво, ребят. Мне нравится. Так, жители, там стройка. Как что? Заходите туда. Хорошо, мы поняли. Ха, они уже поняли. Так, ну, вот она это сделали. Как-то тут тесно. За этой кровати, блин. Ой-ой-ой, не надо. Просто там хотел что-то еще сделать. Ну ладно. Так. Сундук, ну ладно. Где его поставить? Конечно, тут. Еще чтобы... Ой. Блин, нафига я взял? Ну ладно, тут поставим, чтобы... Что-то делать. 100 ступеньки. Да. О, так-то лучше будет. Так, ну вот она. Тут не будет входа. Где-то. Может, это будет вход. Так, не надо лаву убрать. Вот так вообще идеально. Ну, красиво. Все так сделаем. Так, жители, я тут делаю ремонт.
Как что не заходите туда? Так, надо эти окошки поменять. Так они так-то ничего не меняются. Так, вот этот. Так-так-так. За ВДВ. Да я шучу. Так, в общем, такой уход. Да-да. И рычаг. Просто рычаг, а не рычаг. Так вообще не будет. Блин, зачем мне тут рычаг? Так, ну ладно, давайте напишем. Канадера. Вот так наверху. О, так вообще идеально. Ну как красиво выглядит. Так, надо кар. Такое слово я это не слышал. Так. Блин. Так. А уже ночью уже. О, нихера себе, зачем так большой надо? А, ну ладно, пусть тут окошечко будет. Пусть радует видом. Так. Да, конечно, крутая у нас квартирка. Так, ну ладно, надо второй этаж. Давайте забабахаем второй этаж. Мы не против уже. Так. Так, на те опоры надо убрать. Ничего, все попустил. Уже закат какой-то непонятный. Ладно, еще мы это все достроим. Так, вот так, вот так, вот так. Так, все мы. Так, теперь надо вот это. Так, я сам что-то выкину. Так, вот так. И надо дерево. Ой, то есть дуб. Так, давайте тут. Вообще идеально. Красивый домик. Как бы я сказала. Так, ну ладно. Блин, подождите. Как мне появились? Я сказал. Нет. Нет, я сказал. Все. Я не понимаю, как они очутились. Так, у нас 1, 2, 3. А у меня 1, 2, 3. А, ну ладно. На тройку надо. Так. Вот так. Так, блин. Подожди, мне место закончилось. Вот, теперь можно. Так. Вот она. А тут уже можно ремонт любой делать. Тут-то. Ой, блин. Ненавижу Майнкрафт, когда меня подвисает. Такой вообще ситуация. Тут можно второй этаж любой делать. Так. Вот, давайте. Так. О, нет, надо это убрать. Те опорки мне не надо. Так, убираем. Так, Б. Булыжник. Так. Так, капец, какой крутой дом. Конечно, я устрою, конечно. Блин, ну вот, надо достроить этот дом дурацкий. Ну, не, конечно, дурацкий. Там уже зомби какие-то. Так, тут тоже надо дерево. Куда я так поставил, я понял. Фигня полная. Ой, извините, я просто крикнул, извините.
Приятного аппетита. Ну ладно, значит, мы так все достроим. Уже шикарный дом уже. Да, что там жители в моем доме? Вот сейчас сидят, пердят. Ладно, не буду такое говорить. Так. У них вообще маленькие дома. И бесполезные. Я такие дома строю. Просто шикарные. Даже я тут буду жить. Ну, согласитесь. Так, ну ладно, значит, мы достроим этот гребаный дом, который ненавижу дома строить. О, капец. Как это не было. Так. Так, на-на-на. Так. Так. Сейчас мы достроим этот профессиональный дом. А на втором этаже я там построю что-то нибудь. Не знаю, какой-то. Так. Плита. Плита. О, давайте этот. Да-да, так. Такой вообще будет идеальный. У них какие-то серые плиты. Такие мне вообще не нравятся. Бля. Не понял, что не ставится. Ай, больно в ноге. Так, ну ладно, сейчас мы достроим. Блин, что такое? Капец, я... Что за дом я этот? Фиговый. Ну это нифига не фиговый. Капец, мне Я ненавижу, когда Майнкрафт мне подлагивает. Так. О, щель, да? Залезу. Такой подвал. Такой у меня подвальчик. А тут я сделал, конечно, крутое. Так. Вот так. И тац-тац. Капец, вот это желтые лампочки, конечно, крутые. О, блин, я случайно разбил. Ну ладно. Так, чем достроен этот профессиональный дурацкий дом? Вот так я сделаю. А вы знали, что мою идею, которая проходит паркур, ворот Кампода? Так, ну ладно, надо F, H, C, чешаще. Ладно. Капец, как красиво, эти желтые фонари. Мне эти нравятся. Так. Капец, как они рычат, блин. Тупорылые головы. Так, ну ладно, чтобы такого поставить. Ну ладно, значит, мы поставим что-то. Может быть, не знаю. О, давайте мы тут поставим. Какой-то непонятный. Давайте тут телек поставим. Телек. Ой, то есть, ой, я не такая. Телевизор. Не шо, моды нет. Походу, они удалились. Ну, ладно. Шерсть. Так. Вот так. Блин. Да ё-моё, что ж такое? Блин. Так нос болит. Я устал видео записывать. А вы же так хотите? Вы же хотите видео? Ага, фиг тело. Ладно, я же каждый день. Потому что я редко записываю так видео. И все. Что мне там дела? Не, Саша молчу, простает. Сто. Так, ступеньки. Так.
Ой, блин, нет. О, давайте тут еще столик поставим. Ой, блин, не так. Тут будет такой у нас кухня. У нас тут вот такой будет приемчик. Тут еда будет ставиться. Ладно. Ой, тут забыл факел поставить. О, вот тут поставим. Капец. Уже все. Уже день будет. Так, ну, Все, мы, в принципе, все сделали. Так, на это убрать. Ну, все, мы достроили дом за 24 часа. Мы 24 часа построили этот дом шикарный, двухэтажный. Это отель. Да-да, отель. Еще в Белгороде бывают. В Москве, в Турции, всякое другое. В любом стране. Ладно, давайте идти. Говядины вещи. А я еще не поставил. Смотрите, сегодня 9 мая, День Победы. Чтоб СССР, Германия победил. Кто? СССР победил, Советский Союз. Так, давайте еще поставим флаг. Еще флаг поставим. Вот этого Россия. Мы же русские, не сдаемся. Ну ладно, сейчас мы поставим. И все. Россия, жизнь моя, наша страна в бой. Россия, наша страна. Вот это вообще песня. Вот это мы за 24 часа построили дом, конечно. Мы за 24 часа построили вот этот домик. Ну ладно. Все, мы будем сегодня прощаться, конечно же. Мы сегодня за 24 часа построили дом. У нас с вами я, Транспорт Сергурда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всем пока, ребятишки.